Перед началом видео рекомендую подписаться на канал моего друга Ховика. На этом канале выходят видео, такие как золотые дуэльки, спаси голды, топы, различные рубрики и многое другое. Кстати, у Ховика есть очень много видео, ребята, со мной. Также он обещал, что при достижении на канале 3000 подписчиков он устроит ну просто офигенский конкурс. Давайте поддержим его лайком, также подписочкой. Так что ссылочка на его канал есть в описании. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Мазафака. Как у меня же сейчас подфризило по-жесткому. Вот, ребята, сегодня у нас опять тайная комнатка. И тайная комнатка у нас будет довольно-таки прикольная. По крайней мере, мне она прям дико доставляет. Вот, и эта комната у нас будет на карте, опять же, Эспланада. Вот, это вторая комната, но она такая более-менее изевая. Прям вообще очень изевая. И здесь меня будет убить очень... просто. А, вот, и сегодня со мной будет Марк, поздоровайся. Всем привет. Вот, ссылочка на его канал также есть в описании. И Ховик, поздоровайся. Всем здорово, ребят. Вот, ребят, ну опять же, вам отдельно прям дико, сука, меня уже нашли. Но я тут, ребята, буду всех прям дико бить, и у меня будет нормально-таки аптек. То есть, ну, не знаю, сколько аптек, но давайте, ну, аптечек 20 точно я буду использовать. Вот, и короче, получается так, то что вам, ребят, опять же, дикое и огромное спасибо за ваши лайки. Мне они прям очень-очень нравятся. Опять же, ваша активность просто вообще, ребята, безумная на высшем уровне. И вы просто меня заставляете такие ролики пилить снова и снова. Вот, ну и давайте, ребят, опять же, набираем, я не знаю, каких-нибудь, давайте, опять же, 600 лайков. Вот, и я также выпускаю новую серию по новым тайным комнатам. Ну, это, конечно, тайная комнатка не новая, она уже была. Вот, и была она уже довольно-таки у многих людей. Но тут я буду жрать аптечки, ребята, просто по КД. Смотрите, как меня разносит. Ну, блин, кстати, Ховик, я же протупил. Я хотел здесь еще, чтобы ты меня немножко подминил. Ну да ладно. Охереть, как меня со смоки все разносят. Напиши, что я буду где-то жрать аптечки минут 5 с этими. Ой, но может быть и не буду. Ну не, короче, Ховик, ничего не пиши, ладно. Пусть будет так. Пусть на видео узнает, как все в натуре происходило у нас в реальности. То есть, как это вообще все по хардкору, ребята. Но это просто жопа. Это в натуре такая жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аптечки по КД. Я, ребята, тупо жру аптечки, так сказать, по КД. Жру аптечки, жру броньки. Я, короче, не буду останавливаться вообще ни насколько. И так буду всегда нон-стопом хавать. Так, а проще же нажать на кнопку. Йод, правда, она у меня не работает, сука. Ховик, понял сейчас, какая кнопка? Есть же танка кнопка Йод включается. Да, она у меня сейчас не включалась. Я просто офигеваю. Так, ладно, короче, меня какой-то пью приглашает в какой-то бой непонятный, но я, конечно же, отсюда никуда не уйду, потому что у нас тут мазафака конкурс. Охереть, меня рельсухи просто. Вот сейчас они, если чисто, меня подловят на КД, это будет вообще такая жопа-жопная. Сейчас, кстати, меня могли практически слить, но, к счастью, у них это не получилось. Ребята, я не знаю, за такой просто эпичный бой однозначно лайкосик вы должны мне влепить, поставить. Потому что, смотрите, насколько все прям жестко происходит. Я даже, я не слежу, кто там где ко мне пытается пробраться. Это в натуре, это какая-то не тайная комната, а комната пыток каких-то. Потому что я серьезно здесь вообще даже не понимаю, что со мной происходит. То есть меня стреляют вообще тупо на изи. Вот, и опять же, ребята, пока меня тут мочат и валят, и я напоминаю, что приз данного конкурса у нас, опять же, по вашим заявочкам, мы отдельно кидаем чувачку в битве голд, кто меня сольет. Ну, и я, конечно же, его принимаю в танках в друзьяхи. Так, ой, меня тут по таким мне щам прям вставляют. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А если с этой стороны? Нет, с этой стороны я свое количество хп не вижу. Не, вот так, в принципе, вижу. Но, блин, они у меня так настраиваются вообще по-жесткому, что это прям печально. Тут немножко минимум. Угу, давай.
А, на йог у нас, да, включается правильно вся нарко, то есть фул нарко, но не включается как раз таки у нас это, аптечки-то. Все, оказывается, работает, это просто я тупой. Ой, ребята, это просто сейчас такое КД происходит. Давайте еще с вами будем немножечко вот так вот ездить, потому что, смотрите, там рельсухи стоят, и они такие сучки, они меня стреляют и попадают довольно-таки неплохо. Мне кажется, Ховик там может минки подострать или что, как-то подгомнить. Это все до меню. А, ну Ховик вообще красавчик, у нас помогает мне всячески. Это на самом деле очень-очень круто. Ну там, кстати, пытаются и другие тиммейты, так сказать. Ну, точнее, тим врагов, которые играют сейчас против меня, слить. Охереть, я просто жесть, ребята. Это в натуре, это просто жопа такая. Сколько аптек? Я не буду говорить, сколько аптек. Скажи, Ховик, что секрет. Сколько аптек, потому что они меня сейчас, так сказать, разведут на все аптеки. И потом, кто уже не будет, так сказать, меня стрелять. Ну, смотри, сейчас будут чисто нарить только те чуваки, которые как раз-таки меня будут разводить на аптеке. А потом какой-то чувак подойдет и хоп-хоп-хоп подловит меня на каком-то моменте. Это вообще будет не круто. Ну, кстати, минки помогают, они сюда еле заезжают. Угу. Не, в натуре это однозначно, ребята, круто и вообще жестко. Охереть, ой-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 
пытаются слить, завалить, замочить. И это, ребята, однозначно суперски. Не, блин, мне дико доставляют вот эти тайные комнаты. И да, вот, последнее время я, кстати, ребята, стал убеждаться в том, то, что как раз-таки нужно было и устраивать это мясо. Потому что они как бы и против себя сами работают. Вот, потому что пытаются друг другу помешать. И также доставляют просто дикое и неимоверное веселье на такие конкурсы. Я так думаю, видосики с таким как раз-таки участием вам смотреть, ну просто одно... О-о-о-о! Охереть! Просто охереть, что сейчас хоик было. Прикинь, сейчас меня никто абсолютно не стрелял. Я опять на нулях был. Сука, сука. КД, 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 ребята, КД, сейчас будет КД. Фух. Вот... Сейчас, знаешь, для меня главная такая опасность — это просто прожить эту сраную КД. То есть, когда у меня бронька КДшится, и это в натуре. Это, ребята, просто жестко. Я, кстати, не понимаю, то ли мой корпус так вылазит с другой стороны, то есть там некоторые чуваки залезли как раз-таки на вот эту крышу, на ангар, где я обитаюсь и сижу. А, вот, и пытаются как-то меня оттуда, что ли, слить. Ой, кстати, офигеть, смотрите, сколько у меня еще, ребята, не в друзьях. То есть сейчас в эту биту зашли у нас только в друзьях. Это в... Ой, Хвблэк, Хвблэк и Дима. Вот, у меня в друзьях остальные абсолютно никто не в друзьях. Так что, думаю, приз этот будет тоже довольно-таки актуальненький. Потому что меня, ну, на стримах тоже довольно-таки часто спрашивают. Типа, ух ты, мазафака. Меня понял, когда 10 рельс вылетает. Это просто, это жесть. Я не могу уже удержаться. Это, ребята, просто однозначно офигеть. На нахер, меня убили. Дима меня убил. Он победитель, победитель. Так, я пока сюда битву. Да. Дима как раз таки два человека, просто, ребята, понимаете, два человека, которые есть у нас, у меня в друзьях, и один из них просто взял и победил. Ну, в друзья я его уже не добавлю, потому что он и так у меня уже есть в друзьях, но, как сказать, голдик я ему скину, это просто вообще на изи. Так, ладно, пока сейчас Ховик у нас создает битку, меня пригласит, вот, мы пока покатаемся, в принципе, тут. А голда не будет? Голд будет, чувак, но, к сожалению, мне как раз таки ребята сказали то, что лучше кидать голд отдельно победителю, потому что так неинтересно. Ну, если так неинтересно, ребята, давайте, я, в принципе-то, не против, мне все равно, кому голд скинуть, ну, потому что в натуре я даже и так сам подумал, что, серьезно, человек старается, да, сливает меня, а кто-то возьмет и скрестит этот голд. Причем, который просто будет в битве сидеть. Дима у нас почему-то не переходит. Ну, я так надеюсь, что он тупо у нас промахнулся. Так, ладно, давайте еще раз его пригласим. Димасик. Вот, все, Димасик переходит. Он, оказывается, у нас просто промахнулся. А я бы сейчас просто прифигел, если бы он не переходил в битву. И что нам с этим голдом делать, вообще непонятно. Пришлось бы заходить в ту битву и скидывать уже оставшиеся ребятам. Купоздр. Так, ну ладно, давайте, что, ребят, мелочиться, скидываем ему голд. И пусть у нас человек его ловит, потому что, ну, он его заслужил.
Я там даже, ребята, ни как-то не страдал, не пытался, так сказать, еще не нарить аптеки. То есть я их сами видели, нарил просто по КД. Но меня, так сказать, просто слили, завалили, замочили. Так, где у нас будет голдиховик? Ты его не видишь? А вверх вообще нету. Вверх нету? Ну, значит, где-то снизу, и это nice. Ну, скорее всего, он будет у нас на середине. Так. И... Голдик, где ты будешь? Да, вот он на середине, вот он на середине. Так, ну где наш победитель? Он еще голд не может найти. Прикинь, сейчас мы у него голд уже давным-давно отжали. Вот он победитель. Где он? Я сзади. Вон он, Димасик едет. Давай, Димасик, забирай свой голдик. Ты у нас его заслуженно получил. Вот, с рельсухами там стояли, мне просто в задницу напинули. Ну, конечно, брать, чувак, давай, бери. Верь своему счастью. Почему-то, кстати, все вот так заходят и говорят, брать? А давай теперь я тебя убью. Ты меня убил, и я тебя убил. Отомстил, так сказать. Спасибо, лольшоя. Спасибо, лольшоя. Ну и тебе спасибо, так сказать, за участие. И победителю у нас достался, ребята, только голдик. Потому что в друзьях он у меня и так уже есть. Короче, ребята, вот такой у нас получился видосик по, опять же, тайной комнате. Она не новая. Эту тайную комнату снимали. То есть, ну, знают они как раз-таки много людей. Но, если честно, я не видел, чтобы ее снимали на YouTube-канале чем-то. То есть, я видел на Эспланаде, которую снимали, он там сзади комнату. Но именно вот эту... Я не знаю, я почему-то не видел. Может, конечно, кто-то снимал, не буду однозначно утверждать. Но вот я не видел. Короче, ребята, с вами был Вайдер, Марк и Ховик. Всем пока-пока. Всем пока.